всех чечевицы. Сегодня 30 апреля. Предшествие неказимой пшеницы. Основная обработка топ-даун. С осени предпосевная обработка культиватор Гуричи. И сев. Календарно чуть отстаем из-за погоды. Ну, достаточно дождливый, но то, что почва влажная, выпали осадки. Это как бы, я думаю, все нивелирует. Главное тут теперь, так как эта культура больше ранняя, справиться с сорняками. Проблемы не должно быть. В целом не должно быть проблем. Норма высева где-то от 2 до 2,5 миллионов. Сеял карапит 800S. Какие здесь сейчас на данный момент проблемы? Так как почва, ну, относительно она влажнее физической спелости, ну, то есть не совсем подошла. Влаги достаточно, именно приходящей влаги. И там, где колея трактора, это след от спарки, след от основных колес. То есть семена здесь не очень хорошо заделываются, потому что есть такой вот прогиб в плоскости. И приходится заглублять передние активные диски и немного опускать кроссборд и выравнивать именно перед сошниками, которые высевающие, чтобы в целом в итоге на выходе был ровный участок. Но здесь как раз теряется мощность трактора. Вот что у нас на данный момент на выходе, то есть не хватает земли, чтобы заделать, и заделка идет чечевицы такую сухую почву, потому что она здесь как раз прокатана колеса. То есть это вот как раз один из прям мгновенных, короче, даже не мгновенных, а вот нынешних негативов этого сева. То же самое на горохе, то же самое на чечевице. Да и на других культурах, но просто так не очень-то оно все заметно. На бобовых оно заметнее. И бобовым нужно больше влаги. Бобовые сами по себе культуры такие, ну, относительно капризные. То есть поэтому лучше сеять максимально рано, чтобы не было потом отставания каких-то участков основного посева в росте и развитии. Ну, сейчас механизатор как раз должен заглубить передние активные диски и попробовать кроссбордом подровнять перед сошниками. Эффект улучшится. Возможно, как бы он не кардинально будет, но все равно это выход.